Всем доброго времени, ребят. Короче, я в эту игру уже сегодня записал видос, и скотина, программа захвата целых 40 минут видео мне обломала, она не записала. Честно, но я эту игру прохожу, ну, пытаюсь пройти только по просьбе одного из подписчиков. Я бы в жизни эту игру не стал играть, она настолько упоротая. Я реально с нее просто ржал. Геймплей здесь просто, ну, вообще такой, что чисто поржать, вот игра. Здесь, чтобы куда-то пройти, надо тренироваться в этой игре, наверное, ну, сутками. Постоянно недолеты куда-то. Перелеты. То на край платформы он может попасть, то не может попасть. Короче, срывается. Враги ходят рандомно. Блин. Честно, мне от этой игры нервный тик, наверное, скоро будет. Это вы не думаете, что я до сюда дошел, потому что я тут круто играю. Нет. Это 40 минут тренировок, я его только вот до сюда смог дойти. Ну, я даже прошел первый уровень. Смог один раз пройти. Вот то, что я говорил, видите? Я прыгаю на край платформы, он не допрыгивает. Бред какой-то вообще. Настолько бредовой игры я еще на Atari не встречал. В плане точности здесь непонятно, абсолютно непонятно, что тут делать надо. Если просто ждать, пока вот эти ниндзя вылезут, они тебя тупо толпой валят. Я уже проверял. О, опять, видели, я на край платформы прыгнул четко, там аж целый сантиметр был. Не засчитали прыжок. Такая глупость. Но это фантастика, это с первого раза сейчас дошел до второго уровня, потому что я уже понял, что тут делать. Вот здесь дальше я не понял, я вот на эти вот белые херовинки прыгал, оказывается, он вниз проваливается. И дальше вот дальше этого прыжка, я не дошел, я, короче, не смог понять, куда здесь можно прыгать, куда нельзя прыгать. Игра просто максимального уровня упоротости. Вот до сюда я вообще, ребят, не доходил. Вот я сейчас первый раз играю. Все, хана. Гаммио вверх. Грец вскоре, ага. Ну, я сейчас, наверное, сейчас... Ну, это вообще просто как-то супер случайно я прошел первый уровень. Да, здесь можно оружие брать, но оно настолько бестолковое, это оружие. И от него вообще проку никакого. Вот эти ниндзя, они валят просто толпами бесконечно. Все, хана. То есть, что я хотел сказать по поводу этой игры. Например, ты делаешь какое-то действие. Например, прыжок. И во время прыжка, если ты еще даже не приземлился, вылазит тип и просто на тебя идет и убивает. Все, ты уже не можешь отреагировать. То есть ты делаешь действие правильно, в это время или в тебя стреляют, или прыгают на тебя. То есть не увернешься физически. Я такие игры просто терпеть, ребят, не могу. О, видели. Ну, я могу взять эти звездочки, я их не буду брать. От них, говорю, от них ноль толку. Я ими пострелял, вообще-то, звездочки, они где-то примерно на 5 сантиметров. Все, еще раз. Четко на край платформы прыгнул. Мне прыжок не... Ну вот нафига в такие игры играть? Это чисто ржач. Вот. Это будет видео, ребят, просто чтобы поржать.
Никакой смысловой нагрузки у этого видео не будет. Никаких тут скиллов, естественно, и близко не будет. Вот, видите, я сейчас прыгнул на чувака, убил. Но это один раз у меня получался из 20, наверное. Обычно, когда я на него прыгаю, он меня убивал постоянно. То есть ты уже делаешь прыжок, а чувак просто под тебя как бы подбегает и тебя валит. Все, ну вот что я могу сделать? Что я тут могу сделать? Стоять, ждать, выбежит толпа, так же само тебе еще завалит, только потратишь на это больше времени. Ну, в эту игру, ну, теоретически, конечно, можно играть с охранками. Теоретически. А опять не долетел. Ну, это вообще, я не понимаю. Я не понимаю эту игру. Здесь, видимо, чтобы куда-то пройти, надо тренироваться, наверное, днями просто. И запоминать каждую вот эту вот каждый пиксель. Пиксель, куда надо прыгать, куда не надо прыгать. На голову прыгнет, да? Естественно. Все, хана. Блин. Игра реально просто упоротая в хлам. Я честно, я давно не ржал так с игр. Вот то, что я говорил. Вот видите, я прыгнул, короче, пока я летел, этот хрен успел дойти и еще завалить меня. А, кстати, враги тоже появляются рандомно, отлично. Отлично, они рандомно могут появиться, могут не появиться, могут прыгнуть на тебя, могут не прыгнуть. А ты сиди чеши репу, короче, в это время. Не, в плане графики игра хороша в плане графики, но в плане геймплея она просто вообще никакущая. Причем эта игра у нас даже была на игровых этих, ну, аттракционах в советское время. В нее никто не любил играть, вообще никто не любил играть. Ее быстренько потом просто убрали. Ну вот, на верхнюю платформу, которая на самом краю экрана, туда допрыгнуть невозможно. Тоже проверял. И ни в коем случае здесь нельзя останавливаться. Становишься, все, мясо. Опять не долетел. Балбес. Также здесь еще одна. Ну. Все, прошел. Уровень комплит. Все, а дальше это уровня я точно не дойду. Я тут буду тренироваться, наверное, еще часа три, наверное, чтобы только пройти его. Ну вот, он так я понял, хоть чувачки, они вот эти космонавты выпрыгивают из дыры. Так, дальше. О, они стреляют уже, замечательно. Все, на том же самом месте меня убили. Как пройти? Как пройти? Объясните. Потратить 100 тысяч часов, чтобы просто понять, как обойти чувачка этого одного. Жизни здесь не набираются, как я понимаю, за очки. Ну да, ну сейчас согласен. Сейчас я реально провалился, да. Тут без вариантов, да. Была ошибка моя. Ну, давайте сейчас попробуем по-другому сыграть. Сейчас я попробую хотя бы набрать оружие, чтобы вы, ну, видели, какой смысл от этого оружия. Вот тут какие-то звездочки дадут сейчас нам. Причем непонятно, одни типы стоят, другие ходят. Причем
иногда звездочки просто через них пролетают, то есть они не убивают никого. О, вот, ну вот, вы видели, звездочка четко в него попала, звездочка сквозь него пролетела. Опять это задротство. Охренеть. Там дальше, ну сейчас давайте попробуем еще, там какие-то бомбы дадут, потом под еще какую-то херню дадут непонятную. Короче, трех чуваков кодовали, что да, дают какое-то оружие. По-моему, слушайте, по-моему, от прыжков больше пользы, чем от этого оружия. Вот реально. Дали бомбы, а... Ну да, я понимаю, пока он мигает, он типа неуязвим. Пока он именно мигает. А вот этих двух... Все, они бесконечно будут идти. Хотя вот тот чувак уже был красным, и звездочка в него попала, он не задамажился. Ну вот так тупо стоять, пукать по ним. Ой, я взял что-то? Ага, взял, и опять на край платформы я не смог залететь. Так ради прикола просто поиграть. Кто эту игру проходил, говорю, я реально не поверю, что человек там может эту игру даже хотя бы с 20-й попытки пройти. Там тренироваться надо сутками. Ну, это как вот эта игра, которую тоже мы на The Expert'ами пытались пройти. Я там аж до 3-го уровня смог дойти, этот ж... Где чувак с крюком, как же она называется, не помню. Но та хоть игра мне нравилась, там хоть был осмысленный какой-то геймплей, а здесь просто рандом какой-то. Опять сорвался, замечательно. А если бы я не пошел, меня бы чувак с собой бы убил. Вот и если бы, конечно, эти чуваки не бесконечно шли, а через какой-то там... Ну хотя бы опять не долетел, да, чё за... Это херня, это реально херня, ребят. Ну, это неинтересный геймплей, это... Это ОГ. Унылое говно. Вроде, да, игра неплохая, ну по графике, ну вот так её... засрать геймплей таким способом. Опять не... Ну, естественно, не долетел. А я специально прыгнул, потому что чувак вылез. Если бы я не прыгнул, он бы меня тогда убил. Если бы я стоял, точнее говоря, он меня убил. Если бы я уже не знаю, что сказать, тут у меня уже слова нету. Вы все видите. Может, тут как-то надо до миллиметра прям все просчитывать, но я не в курсе. Я не знаток этих уровней. Когда-то я пытался в эту игру поиграть, но она мне реально не понравилась. Я сразу же плюнул, бросил, тоже поиграл где-то, наверное, там часы. И понял, что эта игра на для задротов. Вот игра Фред. Ну вот игру Фред я понимаю. Игра Фред реально интересная. Там ты можешь просчитывать. Ну все, херня. Тупая херня. Там ты если прыгнул на край, ты можешь хотя бы подрасчитать. Вот. А когда на тебя бежит толпа вот этого мяса, ты тут хрен чего подрасчитаешь.
Фред была реально интересная игра, ребят, эти прохождения на канале у нас есть. Кому интересно, посмотрите, там целых, по-моему, 2 часа проходил, без сохранок, без ничего. Причем, я там, я бы не сказал, что я там тренировался прям сутками в нее. А, ну, все, бесполезно, дохляк тут. Опять не долетел до края платформы. Блин, ну эта игра просто, не знаю, она бесит. Она, в нее играть просто, ребят, не кайф. В нее можно поиграть просто так вот. Просто поражать и все. Что, собственно говоря, я и делаю. Тут даже не надо пол-литра принимать. Тут по умолчанию весело. Я вот подумаю, может сегодня стрим провести. Ну, как-то, ребят, я устал, потому что за сегодня сделал 3 видосика. Я потратил около 10 часов на все это дело. Ну, вот с этой игрой будет часов 8-10. Только на запись. Там прохождение, запись, неудачный дубль. Я все это стираю, перепрохожу. Я, ребят, ну, как вы знаете, я люблю игры проходить до конца. И, в общем-то, 2 игры мы прошли до конца сегодня полноценно. Две на БКшке. А, нет, на БКшке и на Спектрум. Я вот эту леталочку прошел. Кстати, Flying Shark, я аж сам себе удивился. Вот там действительно, там действительно скиллы нужны. Там действительно и реакции, и скиллы нужны. А игра, в которой ничего от тебя не зависит, ну так какие тут могут быть скиллы, я хз. Тренироваться сутками, чтобы... Ну все, дохляк, да. Ну, первый уровень мы еще раз, видимо, прошли. Второй тоже смысла не будет никакого. Ну, попробую просто дойти дальше. Если, конечно, там возможно это будет. Здесь хреново, что оружие отбит. Хотя, ну, опять-таки, от этого оружия толку, ну, меньше, чем ничего. Да ладно. Ну... Я даже до туда смог дойти. Хрена себе. А, вот, здесь платформа, оказывается. Угу. Вот, то есть вот это высокий... Это платформа, оказывается. Еще опять-таки, я не в курсе, куда здесь можно прыгать, куда нельзя. Ну, теперь хоть знать буду. Так, ага. А, видите, то есть они падают, они тебя пока не цепляют, пока падают. Хрена себе, но я тут уже прям прошел, смотрите, далеко. Далековато я тут долетел. Ну. Он даже сюда может допрыгнуть. Так. Так, блин, сейчас херово, если сдохну. Столько прошел уже. Вот уровня, у этого эпизода будет конец, интересно. Это что за череп?
Охереть, я дошел до третьего уровня, ребят. Это точно ставьте лайки для такого игрока, как я. Ну это прям какое-то достижение. Та хрен с ним, пофиг. Все, я уже, ребят, я это уже не повторю. И это уже точно не повторю. Музыка прикольная. Кстати, нужно будет эту музыку выпилить из игры. Я эту музыку сегодня из игры возьму. Давайте послушаем. А, она по кругу идет. Одно и то же. Ну, сейчас посмотрим, может, чем другая будет какая-нибудь тема. Ниндзя команда, 89-й год, да. Вот такая была, ребят, у нас веселенькая игра сегодня. Пожалуйста, больше... Ну как, попросить вы, конечно, можете, например, чтобы на стриме поиграл в нее, просто поражать. Никаких серьезных прохождений, дальше третьего уровня это точно уже не будет. То у меня прям супер случайно как-то вышло. Так что, ребят, наставьте этому видео лайков, если вам понравилось. Такая ересь. Ну, в общем-то, все ваши просьбы по играм на где-то на 95%, ребят, я выполнил. Все прошел, все, что мог. То, что не пройдено, ну, я, по крайней мере, старался. Почти все пройдено до конца. Подписывайтесь, кому нравится тоже прохождение на БКшке. В основном я прохожу полностью игры до конца. Тоже в 90 там с чем-то процентах случаев все эти игры проходятся. На Ютубе таких прохождений нет и, скорее всего, вряд ли когда будет. Там, потому что действительно надо знать и как играть, и особенности игр знать. Мы все проходим без сохранок. Ну, пока на этом все. И сегодня, может быть, стримчик сделаем. Ну, пишите комментарии, хотите вы сегодня стрим. Если прям очень-очень хотите, ну попробуем запилить стрим где-то часов, может быть, в 4-5 вечера. Поглядим. Ну и желающие поддержать канал донатом, ребят, ссылочки будут в описании, завсегда буду рад. И это помогает творческим силам, скажем так, и хорошему настроению, как сегодня. Ну давайте тогда попробуем. До новых встреч!